ないиз Пекинника на Кай. А ты из Пенищева. Иди, детка, по сусекам поскреби. И пошел, детка, скребись по сусекам. А бабка тем временем разжигала пень. Спустя некоторое время пришел дед и дал бабке детку. Бабка делала тесто, подождала чуть-чуть, пока оно поднялось, сделала мяч и засунула в печь. Через время она достала колобка, он был очень горячий и выскочил у нее из рук. Она положила его на подоконник. А колобок необычный зашевелился и соскочил с подоконника. Главное красиво приземлиться. И покатился в лес. Все полы подмел. Там колобок встретил зайца. Давай, зайца. Но вы этого не видели. Мы это ничего не видели. И заяц ему говорит. Ты кто такой? Ну, тут есть огонек. Я колобок. Я... От бабки ушел, от детки ушел. Детки ушел, я от тебя тоже ушел. И заяц достает свой нож. Колобок отбивает... Колобок бьет его в живот ударом юбчатки. Но заяц не такой клизкий. Он сразу же встает. И достает свой пистолет. Колобок бьет своим самым сильным ударом до рычаги пистолет. Пистолет отлетает. И колобок бежит бить зайца. И вот так колобок ушел от зайца. И заяц уполз от колобка. Вот так колобок ушел от зайца. И колобок встретил волка. Где волк? Волк ему говорит.